Вы видите, друзья, как природа живая и неживая сошлись вместе здесь вот на лужку. Вот. Живая природа немножко напугана. Напугана. Вот. Вот этот маленький мальчик, этот пилот, можно сказать. Да, в Украине мы занимались автомобильным спортом. Мальчик занимался? Да, мы вдвоем. У нас был клуб в Херсоне. Так. Мы построили большой трек. Так. И вот проводили чемпионат Украины. Да вы что? Да. Среди херсонских или там еще? Среди Украины. Понял. Да, Россия. Понял, Беларусь. Понял. Так и мальчик 7 лет, вот он тут крутит с моей ручки. Он тренированный. Далеко не заезжает. То есть, как зовут мальчика? Ай, ё-моё, машина. Как зовут мальчика? Лео, как тебя зовут? Это Леонард. Леонард, да. Так, ну, ё-моё, он говорит по-русски хорошо. Да, да. Так, как он по-английски? Как он по-английски? Пока еще по-английски. Только учится. Да, пока еще. Ну, мы только вот... Третий месяц здесь. Ну да. Ну как его дома-то звали, как? Леонардо как звали? Так, прям да. Леонард. Да. А люди в школе там не говорили, что это странное имя у хлопца? Ну почему? Есть же такие имена. Да. Как-то, да. Ну, было некоторое время странно, они говорят, как-то интересно вы его назвали, мы запомнить не можем. Какие нынче тенденции с мальчиковыми именами в современной Украине? Какие там больше мальчики? Может, наверное, моя жена больше понимает, да. Миколы е. Тенденции. Ну вот как-то вот меньше Микол стал, Андреев. То есть больше вот таких более вычурных имен. Типа что? Ну возвращается к корням. Сейчас вот модно Тарас, Богдан. Тарас, Богдан. Да, Андрей уже не то. Понимаю. Я, по крайней мере, не замечал. Хорошо. Тарасику, да? Тарасику. Иди кашу есть, да? Да. Окей, ну, хорошо. Немножко по поводу машинки расскажу. Да. Это машинка, собранная из нескольких моделей. Как это? То есть не одна? Система здесь стоит от самолета, то есть звук 8-цилиндрового двигателя. То есть так. Это электрическая машинка, на самом деле. Звучит. Значит, это вы ее сами, что ли? Да, да. Ну, это мое хобби, которым я занимался в Украине. Ну, на протяжении 10 лет, можно сказать. Ой-ой-ой. Да. То есть у нас моделей очень много. Пока с мамой это соединялся. Одна из наших моделей. У нас есть бензиновые, разные спортивные. Так, ну и мальчик увлекся, я смотрю, тоже. Я хочу сказать, Наташа. Да, да. Так. Друзья, вон то они там. Это версия краулер. То есть она... Имеет блокировку дифференциала, двухскоростную коробку, тоже стабилизаторы поперечной устойчивости, то есть, чтобы она не опрокидывалась. Да вы что? Да, ну, блокировка включается, когда надо вот заехать на какие-то камни, чтобы не было прокрутов. То есть, он это и по траве, я думаю, что по асфальту он еще лучше, наверное? Да, или конечно, как? Конечно. Ну, тут кайф не сколько вот гонять его по полю, а вот по скалам. По скалам? Да, да. Вот он именно сделан, сконструирован именно для камней. То есть мы одеваем специальную резину на него. Так. И она это, прилипает. Это не сейчас? Не, не сейчас. Перевернулся все-таки, смотри. Да. Сейчас собака должна пойти и, воспользовавшись неподвижностью, его укусить. Да, сейчас мы включили вторую скорость, поэтому он такой шустрик. На самом деле она очень медленная. То есть тут немножко другой принцип катания. Понятно. А что у вас дети такие худенькие все? Да вот как-то так. Наверное, природа такая. Может, а, не папа. То, что вы их там на калориях там низких держите. Не-не-не. У нас в этом плане мы их не ограничиваем. Понял. А вообще вот сейчас нынче молодежь такая похудее или пополнее. Вот как вообще люди смотрят за этим? Ну, я не знаю, в Украине как-то не заморачиваются на эту тему. То есть... Не знаю. Ну хорошо, нет. Ну есть места, где там, если ты не как кляч, там кожа кости, то уже вроде толстая. То есть такого нет. Мне кажется, вот как природой дано. То есть ребенок может и полный быть. Да. Ну, допустим, своих детей не ограничиваю. Отлично, да. Отлично. Ну что же, хорошо. Да.